Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Sniper Elite 4. Поехали. Дурила, а? Лежит, ну сейчас там и крякнет. Ага, еще один вижу. Куда он там хочет? Не понял, а кто это там строчит по мне? Пулеметчик, что ли, какой-то? Ну-ка. Офицер. Нет, это обычный солдат. Высунулся. Отлично. Просто пробил его. Верхнюю челюсть снесло к чертовой бабушке. Так, и вроде бы спокойно все. Давайте побежали. Тогда у нас там звездочка впереди. Значит, какое-то задание. Что-то мне не нравится эта тишина, если честно. Ага, тут еще танк у нас ездит. Блин. Ага, куда он? Сюда заворачивает? Надо прятаться. Блин, не пропалит он меня здесь, а? Хреново я тут спрятался, конечно. Так, ну вроде бы нормально все. Что ж, надо нам отсюда сбегать. Давайте с вами сюда перебежим. И вот сюда повернем. Так, внутрь-то как нам попасть? Ага, значит, это на крыше у нас получается. Прожектор, что ли, очередной? Блин, вот отсюда бы этот танк грохнуть. Опачки, снайпер меня палит. Вон он, гад, сидит. Перебегает. Мимо. Да ну нафиг, завязывай. Попали. Отдохни маленько. Опа-на. Танк там у нас начинает стрелять. Давайте-ка мы этот прожектор с вами уничтожим. А вот и третий. И задание обновлено. Так, остался еще один. Ну, мы его потом найдем. Сейчас меня больше интересует, как бы нам этот танк с вами ликвидировать. Для... Так, вот он. Надо наводчика снести. Точнее, водилу. На! Фигово, ребята. Давайте отсюда смоемся. Нужна хорошая позиция, чтобы он меня не видел, а я его просматривал досконально. Так, ну что? Едет. Едет, зараза. 825-й. Нет. Невыгодно нам здесь находиться. Оу, тихо. Ну-ка, сможем, нет? Черт. Блин, не то. В движении очень плохо наводить. Если бы он остановился хотя бы. Мины не помогают, я не знаю, растяжки тоже. Единственное, его надо... Вот отсюда, может быть, попробовать. Блин, рискованно нафиг. Оп, тихо. Вот, сейчас мы его здесь попробуем. Главное, чтобы он не бомбанул, а то все, крантарики. Ну, где он? Черт, во, поворачивай давай. Нет. Не получается. Смотрю, здесь у нас солдаты где-то. Три точки желтые. Настороженно, значит, они где-то меня ищут. Или на стреме сидят. Вон он в окошечке торчит. Дурила.
Готов. Так, еще двое осталось. Опять зазвонили колокола. Было бы прикольно, да, если бы так в боеголовку попасть и взрывак тут устроить. Причем нехилый. А вот и танк наш родной едет. Вот сюда мне надо попасть, ребята. Неужели? Ух. Ну что же, все. Теперь он никуда у нас не поедет. Слушайте, они здесь встрепенулись, но пока я их не вижу. Видимо, они внутри здания. Я даже не знаю, может быть, самому туда зайти? Хотя они могут... О-о-о-о, тихо, два кошка стопудово смотрят. Так и есть. Да на ты, дурила. Взорвался на своей же гранате. Так, а второй куда-то, я смотрю, там убежал. Вообще. В другое место. Ну что же, танк у нас обездвижен. Но башня-то все равно еще работает. Поэтому нужно теперь уже наводчика уничтожать. Вот так вот, как раз. Как раз. Давай, 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 давай. Шикарно, ребята, что я могу сказать еще? Ха-ха. Досиделся олух. Ну, а теперь остается нам только его взорвать. Ёлки-палки, это что за фигня? Пулеметчик там оказывается. Блин, надо лечиться. У меня есть, есть бинты. Давайте с вами подхилимся. Никак не ожидал, что тут еще будет у них пулеметчик. Так, и сматываемся. Ребят, у нас осталось всего одно задание. И связано оно у нас с этим, с прожекторами, ну, с системой ПВО. Вывести из строя ПВО порта. 100 метров до цели. Врагов что-то я тут не вижу. Оу, а там их дофига. И вон они там все бегают, суетятся. Опять у меня пульс зашкаливает. Черт. Куда они бегут? Возле бочек вообще здесь находиться опасно. Я уже говорил, если они попадут случайно даже в нее, и она взорвется, то, естественно, мне хана. Так, вон они, высматривают, высматривают. Черт подери. Слушайте, ну их там очень много, смотрите-ка. Готов. Так, этот бежит. Ну, этот у нас посерьезнее, будет. Типа офицера. Шумиху подняли. Откуда ты там стреляешь? И куда? Ага, вот он. Прощай, дружище. Я буду по тебе скучать. Сердце разорвало в хлам. Даже представлять не хочу, как это. Ну что, пульс у меня стабилизировался. Ёлки-палки, где он? Где? Где-то с этих гор строчит. Ага, вон они, вон бегут. Прощайся с жизнью. Выстрел в глаз. Ну что же, последние двое остались. Мы их сейчас по-быренькому добиваем. И уничтожаем систему ПВО. И на этом задание будет сделано. Гранату бросили, а? Гады. Хрен вам всем. Ну давай, давай, давай. Появись. Высунь морду свою противную. Ахтунг, я тебе сейчас дам ахтунг. Почему вот они исчезают? Опа-на. Убийство офицера мы сделали. И последний остался. Готов. Ну что, надеюсь, что на этом все, ребят.
Зеленый свет у нас. Давайте-ка подбежим. Что у нас тут? Ага, ну вот она, зенитка стоит. Ох, сейчас мы ее взорвем. Так, поджигаем и сматываемся. Что ж, поздравляю нас уже авансом. Отличненько. Задание выполнено. А, мне же еще нужно будет сейчас добежать куда-то. Давайте глянем. Не понял. А, доберитесь до радиостанции. И там то же самое. Ну, конечно, мы возьмем ближайшую. Все, я думаю, что можно здесь спокойно бежать, никого не будет. Погоди-ка, как вот? Ага, вот так сделаем. Тихо ты! Разбежался. Ну чё, 150 метров. Оу, щет! Выбежали, блин, охламоны. Ну никак не ожидал увидеть здесь. Чё ты там машешь? Придурок, получи пулю. Шмяк. Готов. Так. Ну. Этот берет, раненого тащит. Да по большому счету, я так думаю, нафиг они мне нужны. У меня есть своя цель, да и все. метров, это фигня, добежать-то осталось. И я так понимаю, это куда-то нам наверх надо будет сейчас подняться, или нет? Где-то наверху находится. Да, скорее всего, придется нам по этой лестнице подняться вверх. Вот по этой. Ну, хорош, хорош. Да, вот она здесь. А вот и рация. Нет, подожди. Ну что же, давайте сигнал подавать. Заставочка. Вы знаете, командос. Сделали диверсию. Все нафиг, в хлам здесь. Весь порт разнесли. Хотя тут разносить-то, в принципе, нечего было, да? По большому счету, я один тут все зачистил. Всех уничтожил. Взрывное разоблачение. Так, тайный груз. Перевозили, короче, они. А детали это были для радиоуправления ракетой Кеслера. И пункт назначения является Алагра, который находится гораздо севернее. Поехали далее. Так, сержант второго ранга. Ну-ну-ну, давай-давай. А, чуть-чуть не хватило. Ладно. Совсем немножко, чтобы сделаться сержантом третьего ранга. Монастырь Абрунца. Вот у нас какое следующее задание. Так, тут у нас завязана будет уже мафия, я смотрю. Которая тоже борется с нацистами. Ничего себе, мафия с нацистами. Нормально. Так, это что у нас такое? Дозвуковые патроны, которыми я даже и не пользовался. Надо их, наверное, может быть... винтовочку взять какую-нибудь другую. Слушайте, а вот это вот вроде бы неплохая, да? М1 Гарант. Такая она сбалансированная. Так, а пулемет у нас... Так, Токарев. ТТ-33. Слушайте, вот этот, наверное, мы оставим с вами, да? Вальтер ППК.
Так, аптечки. Аптечки нам пригодятся по-любому. Их всего можно взять две штучки. Динамит. Ну, в принципе, можно, наверное, взять одну штучку. Обычную, да? Давайте купим. Вот так. А патроны эти мы с вами заменим. Мина. Так, растяжку лучше возьмем мы с вами. Вот так. Слушайте, а гранаты, в принципе, тоже не особо нам нужны. Давайте, наверное, еще возьмем мину вот эту вот. Все. Теперь можно, наверное, и приступать к следующей миссии. Так, навыки ранга. Улучшенный поиск. Боеприпасы при поиске. Ага. Давайте, наверное, так и оставим, чтобы побольше находить патронов и всякой там ерунды. Монастырь Абрунца. Тому свидетельство операция в порту. Враг, наверное, уже наладил производство новых ракет. Найденные мной детали вряд ли предназначены для другого. Мы, конечно, нарушили производственный цикл, но сколько таких комплектующих уже отправлено в Алагру? Насколько близки нацисты к серийному производству ракеты Кеслера? Пока ясно одно. Мафия обкрадывала порт. УСС хочет воспользоваться этой ниточкой. Особенно после вклада мафии в операцию «Эскимос», в ходе которой удалось захватить Сицилию. Уивер хочет, чтобы я встретился с Сальваторе Динелли, местным преступным авторитетом. Его можно склонить к сотрудничеству с союзниками и партизанами, но все имеет свою цену. Ну что же, понятно. Наше задание будет встреча с каким-то мафиозником. Получается так. Начинаем с какого-то домика. По карте пока ничего не ясно. Что-то я не понял, куда тут идти-то надо? Наверх, что ли, подниматься? Опа-на. Динелли. А, бутылочка Кьянти урожая 13-го года. Счастливый день. Сеньор Динелли. Можно Сальваторе, просто по имени. Мы ведь с тобой друзья, верно? У нас общие враги. Мы готовы вас от них избавить. Было бы неплохо, мой друг. Можете начать с Пьерро Капо, командира черной бригады. Этот человек – варвар. Неужели? В монастыре полно предметов искусства. Картины, скульптуры, прекрасные работы. Я знаю из достоверных источников, что Капо планирует все это вывести. На продажу? Разумеется. За такие сокровища можно выручить круглую сумму на черном рынке. Выяснить бы, как он будет осуществлять перевозку. Тогда можно будет что-то предпринять. Конечно. Чтобы нам по-настоящему подружиться, надо решить вопрос Капо. Мы понимаем друг друга? Конечно. Тонкий намек, да? Я все понял. Чудесно. Капо носит четки, подаренные ему матерью. Он никогда с ними не расстается. Принеси их. И я увижу, что ты выполнил работу. Так, ясно. Значит, надо нам уничтожить Капо, забрать у него четки. Новая задача. Ну-ка, Уивер, что расскажешь нам? Противотанковые орудия разнесут союзников в клочья, если пойдут здесь. Есть такая вероятность? Немцы считают, что да. Сейчас затишье, но уже почти неделю ведутся обстрелы. Может начаться в любой момент. Лучше нейтрализовать их, Карл.
Так, понятно. И кто-нибудь еще тут остался у нас? О, сидит. А, снайпер. Я слышал, хочешь с нами дружить. Каких только чудес не творит война. Монастырь. Владение Капо. Туда не пробраться, не уничтожив горную крепость. Горная крепость защищает монастырь? Угу. Логично. По всему видно, что за монастырем присматривают. Это все из-за аббата. Он помогал фашистам. Работал на них. Лишь бы сберечь свой бесценный монастырь и его сокровища. Вот опять же. Чудеса войны. Ну что же, ребята, давайте тогда приступим, король замка. Приступим к заданию. Куда тут надо выходить-то? Ага, вижу звезду. Ну тут что-то я вообще не могу понять. Все закрыто, все двери заблокированы. Неужели где-то наверху, а? Точно, начать задание. Ну что же, ребята, наверное, я на этом буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И уже начнем с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых видосиков. Удачи вам.